меня какое-то странное чувство. Кто это? Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все. Мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет. Как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. Я понял. Это моя жена. Что если я еще останусь в Витебске, то обрасту шерстью и мхом. Прощай, Витебск, оставайтесь со своими селедками, земляки. Пришлось покинуть родину, но в своих картинах я всегда оставался верен ей. Почему в России я всегда был пятым колесом в телеге? Почему все, что делаю я, русским кажется странным? А мне кажется надуманным все, что делают они. Так почему же? Не могу больше об этом говорить. Я слишком люблю Россию.